Дорогие друзья, уходит 2020 год. Год, который был для всех нас очень непростым. Год, когда мы столкнулись с пандемией, она унесла жизни наших близких. Кто-то переболел по-разному, легко или тяжело. Все это было непросто. Год заканчивается. Мы с вами стоим на пороге следующего 2021 года. Встречая Новый год, спасибо хочу сказать за вашу поддержку. Я ее всегда чувствую. И со своей стороны желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы вы встретили Новый год в кругу семьи, с близкими, чтобы следующий год обязательно принес вам удачу, успех, и вы себя смогли реализовать. Со своей стороны буду делать все возможное для того, чтобы оказывать помощь, чтобы решались проблемы в нашей области как можно более эффективно, чтобы город Саратов развивался, ну и, конечно, надеюсь на встречу в новом году. С наступающим 2021 годом! Счастья вам!